за святую Русь помолюсь. Следующий вид обрезки – это обрезка на омоложение. Не смотрите, что у меня, у Валерия Константиновича Железова, вот такой безобразный дерево. Ему 20 лет, оно было из лучших. Оно было жертвенное, маточное, то есть с него взяты сотни черенков на прививку. Почему? Вот. Даже сувенир Востока слива, она тоже на каждом дереве, плоды разные, здесь до 100 грамм были. Есть ролики, все без обмана, тут куча народу, вот, аплодисменты. И судьба какая, сотни черенков срезано, так, ветки рушились под урожаем, вот, видите. И, к сожалению, вот он, я все еще резал, я вот. Это еще было сделано в этом, в ноябре месяце, видите. Дерево за 20 лет угроблено, я ему даже расти не дал. И что думаете, все, пора выпиливать? Нет. Смотрите, сейчас очень быстренько, что я буду делать. Очень быстренько. И у вас такие деревья есть, их можно омолодить. Это с улыбкой быстро делается, раз. Вот. Ветка живая, то, что будет после обрезки безобразно, торчать в стороны, дай бог с ним, живая ветка. Так. Видите, живая, вот, мертвая, мертвая, смотрите сюда, это коротко, это как минимум, вот это сделал, так, вот, и вы приедете ко мне года через два, вы увидите снова то же пышное дерево, какое оно и было, и опять на нем сотни тысяч плодов, вот, ну, может быть, я бы еще вот здесь отпилил, просто я сейчас экономлю время, вот тут еще бы отпилил, потому что эта ветка хоть и живая, ну, что ее жалеть. Вот сейчас, в этот момент, чем сильнее режешь, тем лучше оно восстановится. Вот. Еще раз говорю, всегда оставляю, всегда. Никогда не режу за подлицо. Вот будет вот это вот, она будет играть роль, ну, в какой-то случае столбика. Вначале снизу надпил делается, а потом сверху. Вот, а потом все это замазывается. Вот, вот так вот это выглядит. Вот это на омоложение. Никогда не спешите. Возрождение происходит удивительным образом. Ему еще жить и жить.